Александр Моисеевич Володин. Вообще о Володине вот я сегодня подумал, утром встал, думаю, что рассказывать. И понял, что я могу про Володина написать целую книгу. Том, ЖЗЛ. Но, как говорил когда-то замечательно такой Месхиев режиссер, ну, не знаю, кто-то знает его, не знает, он говорил, правды не скажешь, а врать не хочется. Правды не скажешь, а врать не хочется. Вот мы все время находимся между Сциллой и Харибдой. Если мы говорим о тех людях, которых мы знали в этой жизни, то неизбежно такая намечается, такая, значит, не знаю, диспропорция, или как это назвать. Правды не скажешь, а врать не хочется. Александр Моисеевич Володин. Вот просто книга его такая, «Записки нетрезвого человека». Наверное, она говорит о многом. Кто-то говорит, что это его лучшая книга, кстати. Причем подтверждение косвенное нашел в том, что это 99-й год, сейчас 2021 был. И мне звонит одно издательство и говорит, вы знаете, мы там посмотрели разные вот его издания, и вот ваше издание этой книги лучшее. И мы хотели бы взять за основу, значит, ваше издание, там, ваши условия. Я говорю, ну, я говорю, берите это, я уже к этому не имею отношения, это было давно. И, ну, для меня, может быть, это честь какая-то, потому что книга, которую мы делали в 99-м году, она была абсолютно новой, неожиданной, свежей по мыслям, по строю. Это была такая форма эссе, когда через следующую, так сказать, страничку вы не знаете, что будет дальше. Но начиналась книга так, там что-то, я помню так, «Все сошли с ума, все сошли с ума, все сошли с ума», проба пера. А дальше он пишет Володин, но это Володин, он был ценитель женщины, знаток, и его любили. Как он, Володин, написал, меня ошибочно любили золотые женщины твои. Меня ошибочно любили золотые женщины твои. Например, он пишет, Россия когда славилась лесом, пушниной и бабами. Лес извели... Пушнины тоже нет, а бабы стали злые, волевые и корыстные. Ну, извините, из, как говорится, из пьесы слова не выкинешь, так писал Володин. И ищешь одну ту, которая тебя спасет, но ее нет, писал Володин. Я не помню сейчас, как мы с ним познакомились, но как-то это было, вот, и потом я пришел к нему домой, и всегда у него было вот дружество. Вот это был человек, который обладал тем дружеством, которое, быть может, исчезло сейчас уже в 21 веке. Сейчас такого нет. Какие-то вечеринки, пати, там, это как на Западе, как угодно это могут называть. Но вот тех дружеских застолий, которые были у нас с Володиным, наверное, нет. Володин выносит какую-то простенькую еду, которую приготовила, там была домработница у него, Марьям такая. И какие застолья? Ну, а он мне говорил, выпей коньячку, давай. Это два великих человека, Самойлов и Володин, они меня... Самойлов был старый коньячник, Володин был, он любил больше водку. Я помню, такие стихи у него были. Выпил в 7 утра... что так, выпил в 7 утра. Ну, в общем, короче, начиналось вот так стихотворение. Представьте, начать стихотворение Пушкин, выпил в 7 утра. А Пушкин спал еще в это время. Володин пытался эту жизнь преодолеть, как бы сказать, своим, не побоюсь этого слова, гениальным творческим темпераментом. Он родился в 19-м году в Минске, в еврейской семье, и была всегда какая-то несправедливость, и была... жизнь сложная, трудная. Он был в пионерлагере, пионером. Как его исключили из пионеров? Это был такой Качалов. А кто Качалов? Это актер МХАТа, по-моему, да? Станиславского, любимый актер Качалов. И он просто прикнопил эту фотографию Качалова вот своей койкой, там где-то он нравился в роли. И вдруг его вызывает начальник этого пионерлагеря. Ну, я так понимаю, что это было, наверное, 30-е годы какие-то вот где-то здесь. И говорит, мы таких расстреливали в 19-м году. Но Станиславский все-таки был любимый режиссер Сталина. Не знаю, как это все совмещалось. А это было. И его исключали из пионеров. Стоял там, значит, весь лагерь, вся вот эта пионерская дружина, одного лагеря, второго. Качалова поставил.
как? Но не какого-то западного актера, а своего, родного, от Станиславского. Сталин ходил на спектакли, если вы знаете, в Амхат десятки раз, даже на Булгакова ходил тогда. Ну, сколько Володину было тогда лет, я не знаю, там, скажем, 19-й год рождения, ну, примерно 33-й, 34-й, ну, лет 15, да? И уже эта травма на всю жизнь человеку, да? Ну, дальше идет жизнь, 39-й год, Володин поступает, насколько я помню, на театровический факультет, наверное, в Москве, я не знаю, но не в Питере, по-моему. Его принимают, он хотел заниматься театром, но, как бы так сказать, он вообще, он жил на положении, я помню, там у какого-то своего родственника дальнего, он был сирота, но была такая история, что его забирали в армию. Его забирали в армию, и он знал, что какие-то девушки должны провожать в армию. Ну, так было, вот как некий миф, как некая религия. Девушки провожают в армию своих, сейчас говорят, бойфренд, а там называли... как своих парней, что ли, да? Парней же называли? Возлюбленных. Ну, возлюбленных, это 19 век, а 20-й, парней, я боюсь, 20 век, это уже 19. Вот, и, значит, он думал, как, у меня никого нет. Кто меня будет прожить в армии-то, кто? И он мучился, и, там, и спал, и вдруг кто-то там, какой-то знакомый, он сказал приятелю, позвонил какая-то девушка, и говорит... Вот я вас, значит, там типа буду провожать. И он себе представил, какая девушка в белом наряде, там невеста, что такое, в белом таком одеянии, романтическое, там, значит, не знаю, там, дюбеле, там, из французского средневековья, ну, что-то такое вот будет. Он говорит, а как, они не знакомы, по телефону говорили, мне, он говорит, мне понравилось, она была такая интересная собеседница. И здесь Володин, он говорит, а как вы выглядите, он представляет, романтически. Красавец, с кружевами все. А я, говорит, серенькая, маленькая, незаметная. Ну, что делать? Как, а у него один образ, а она-то другая пришла. Она пришла другая. И здесь он ее встретил, да, вот, пришла. Они с ней много дней пять так походили. И прощание, прощание. Играет там марш прощания славянки или что? Нет, тогда славянку она еще не играли. И тут Володин, значит, прощается, все плачут, рыдают, все, уходят эти парни в армию. А он говорит, она, вернее, говорит ему, какая у вас будет та-та-та там, что бесчувственно. Говорит, не слышу, что ты говоришь там? Играет музыка, прощаются, слезы. Какая у тебя будет бесчувственная... Что? Не слышу, что ты говоришь? Как у тебя будет бесчувственная жена? Жена. И вот начинаются армейские будни, армейская жизнь, еще до войны, еще все это. И она, видимо, маленькая такая серенькая птичка, не красавица, но, может быть, умная, как Володина все-таки... Знаете, как говорят, иногда влекут интеллектуальные женщины, а не обязательно красивые. Когда красивые и интеллектуальные вместе, это редчайший случай. Но интеллект иногда, так сказать, превалирует над красотой для мужчин. Так некоторые говорят, не знаю. Короче говоря, она, значит, ему назначает там свидание, приезжает, где там часть под Москвой, они стояли. И вот, значит, Володин идет ее встречать, а навстречу командир. Идет его, значит, его там подразделение и говорит, вы куда, боец? Да вот иду там, где. А ваше увольнительное? Нету. Нет увольнительного человека. Ну-ка, немедленно в часть. Вы говорите, извините, я не могу. Я так говорю, девушка, она меня будет ждать. Я не могу нарушить своего, так сказать, этого слова, обещания. Ну-ка, там, матом и как-то. Извините, я не могу. Вот здесь, мне кажется, Володина характер уже проявился. Другой бы, может быть, сотни людей, тысячи, не знаю, ушли бы, да? От греха подальше, как говорится. Он говорит, нет, я дал слово, и я не могу его нарушить. И тогда этот, а тогда был приказ, как Володин рассказывает, Тимошенко, стрелять за ослушание приказа в человека, вот в этого бойца. И он хватается за кобуру. Он говорит, немедленно в честь, там, к
Кобуру. А Володин приносит, говорит, такая мелодраматическая ситуация. Говорит, говорит, товарищ командир, неудобно. Люди смотрят. Говорит, там люди, ну где-то в городе это было. Неудобно, говорит, ну что вы. Так мелодраматическая сцена какая-то. Извините, говорит, я все-таки пойду. А тот за кобуру пистолет. Но не выстрелил. И дальше, через несколько там, меня говорит, несколько дней там никуда не вызывали, я сидел, ни на какие работы, никуда ничего, все, там на конюшне он служил. И здесь вдруг он понимает, Володин, что, ну, как это решается его судьба, да, как дальше с ним быть. Ну, как-то так замял командир этот, видимо, понимая, что, ну, может быть, это романтический его поступок, вот сейчас я об этом говорю, да, превышает вот этот устав, то есть либо романтика, либо устав, да. И, может быть, этот командир тоже его пробило, он был человек там тоже долго, приказы и так далее, пробило. И он не стал в него стрелять, и не стал там никакому делу потом ход подавать, хотя несколько дней как бы, это все шло и так далее, и так далее. Вот Володин, здесь он формировался, в этой точке сборки. Вот это была точка сборки, где либо это жизнь чести, либо это смерть. Понимаете, два варианта. Дальше, началась война. И Володин никогда об этом не говорил. Вот я помню, мы с ним общались, много сидели, выпивали. Кстати, была такая история, вот сейчас вспоминаю. Ну, был такой вот момент, это я просто говорю перед камерой, там есть некоторые люди, которые сомневаются, как Марина Дмитриевская скажет, что я там негодяй, подонок, втерся, как бы сказать, в жизнь Александра Володина. Когда-то она так говорила. Так вот, Володин мне звонил каждый день. Каждый день, ну, полгода точно. Вот был момент, когда он каждый день мне звонил. Причем я занимался большой жизнью, я занимался там, не знаю, изданием книг, что-то еще было. Я даже говорил своей тогдашней, значит, жене, подруге того времени, слушай, скажи, у меня нет дома. Я с Володиным не говорил, я говорю, все, я убегаю, мне надо, там дела, все. Я с ним не разговаривал. Вот, я сожалею об этом, но а что, говорит, так было. Он каждый день мне звонил, как вот там какие-то есть фотографии здесь вот. Потом, может быть, мы покажем, посмотрим. Так писал Володин, вы стали моим лучшим другом в Ленинграде, еще Ленинград. Вот. Я помню, такой фото, такая была надпись у него на фото. Вы стали другом мне, когда жизнь все темней, а друзей все меньше. Александр Володин. Но это ответ, так сказать, Марине Дмитриевской. Хотя она, может быть, и сейчас поменялась, не знаю. Вот, и, соответственно, война началась. И 41-й год, вот объявили 22 июня, война 41-го года. И нам, говорит, казалось, вот сейчас объявили, так это счастье, война, все, конец этой мышцы, конец этой безумной там дисциплине. Мы сейчас увидим Европу, мы сейчас освободим Европу от фашизма, потом вернемся домой. Какое счастье, они бежали, когда это объявили войну, вот эти репродукторы, да, там Молотов или кто-то говорил, 22-41 года, какое счастье, это свобода, это цена свободы. Война для Володина была цена свободы в ту секунду. И мы сможем жить, так сказать, потом, после войны, уже все сейчас. Для них это счастье было. Он еще не понимал, что все эти танки, как он сказал, гениально и в то же время драматично поскользнутся на нашей крови. Немецкие танки поскользнулись на крови вот тех русских солдатов. Там ни броня была, ничего, а вот кровь. Вот такая была история Володина. Потом, я помню, там какая-то история была, когда он был в медсанбате. В медсанбате он был. И какие-то наушнички ему дали послушать музыку.
И вдруг он услышал там, у него была любимая там Тангейзера, увертюра, еще что-то. И он услышал музыку, ну, эта музыка, оказывается, есть в этом мире. Не только война, а есть музыка. Давали им 100 грамм фронтовые, 100 грамм. И, ну, перед боем или после боя, наверное, перед боем. Но по ведомостям там писалось, на тело, на того, всем 100 грамм. Но когда после боя погибали бойцы, погибали люди, единственные неповторимые на этой земле, то вдруг оставалось 300 грамм, 400, 500. То есть 5 человек уходило, один остался. Один оставался. И Володин почему-то, вот его Господь Бог или судьба выбрали. И говорит, иногда оставалось 500 грамм, пол-литра, значит, за тех павших, ушедших всегда в этот мир. И это тоже вот драматическая точка сборки, понимаете, драматическая. Вот это в кино никогда не покажут. Никакие фильмы сейчас все снимают, там это все, такая псевдопатриотическое кино. Никогда этого не будет там ничего, близко не будет. И вот эта ложь, которая окружала жизнь Володина, и нашу жизнь, кстати, окружает. И на лжи ничего не построишь. На лжи все, ничего не устоит, все упадет. Стена, город, мир, страна, все упадет на лжи. Если мы на лжи будем стоять, мы не устоим. На лжи. Вот. И Володин вот пытался, мне кажется, через те испытания, которые прошли через его жизнь, через все сложности бытия, он пытался устоять вот на правде. А правда никому не нужна, между прочим. Никому не нужна. Никому абсолютно. Ни художнику, ни мужчине, ни женщине. Никому. Как ни странно. Вот скажите правду о себе, да? Это невозможно почти. Понимаете? А его знаменитая пьеса «Пять вечеров». Наверное, многие помнят фильм Никиты Михалкова «Пять вечеров», где он снимал послевоенный такой отношение людей, героя главного, и там играл Станислав Любшин и Курченко. Да, Людмила Гурченко, лучшая роль, кстати. В «Карнавальной ночи» и здесь. И, конечно же, вот эта правда, ну, она была по-разному воспринята. Там интересная очень история была, когда на западных фестивалях смотрели фильм Михалкова и говорили, какой-то сюрреализм. Не бывает же никаких коммунальных квартир. Где эти коммунальные квартиры? Это у нас, мы знали, что эти люди жили в коммунальных... Они думали, какой-то сюр, какая-то армянка там приезжает, какой-то мальчик на велосипеде. Пересмотрите. Вот глазами западного человека. Они думали, что... Но у них же не было коммунальных квартир. Проходит время, и... Ну, какие-то фильмы были, да, вот у Володина, скажем, «Осенний марафон». Великий фильм с Басилашвили, с Леоновым, с Гундаревой, Данелия Георгия снимал. Вот это было то поколение, которое могло что-то сказать городу и миру. Могло что-то сказать городу и миру. «Пять вечеров». Сначала был спектакль в театре Товстоногова, здесь рядом, в БДТ. Приезжала Фурцева. Помните, кто это Фурцева? Министр культуры СССР. Фурцева Екатерина. Она говорит, Александр Васильевич, ну а что, как вот вы вообще живете, как что? Ну так, живу, там, выпил четвертинку. О, Александр Васильевич, а вы в бассейн ходите? Нет. Как вы можете писать пьесы, когда вы не ходите в бассейн? Как вы можете писать, вы же это не спортив. Вот, ну и так далее, и там еще что. А какой ваш любимый драматург? Он говорил, там, Теннесси Уильямс, американский. Или «Эдуард де Филиппо». Он говорит, а как же вы можете писать о вот наших всех этих замечательных советских людях, когда вы все это, Филиппо какой-то у вас, это все. Но, тем не менее, этот спектакль был очень востребован. Это была эпоха Ленинграда, Товстоногова, Володина, когда очередь занимали с ночи, чтобы посмотреть спектакль «Пять вечеров» Володина, например. Короче говоря, Александр Моисеевич вот имел дар дружественный, дружество, дружить с людьми. И очень любили женщины.
Меня ошибочно любили золотые женщины твои. Ошибочно. Ну, так он говорил. Я помню, какая-то история. Ну, была вот эта жена, вы помните, да, я рассказывал, когда она была, вот, значит, она его провожала. Какая у тебя будет жена, вот эта вот, кто его провожал в армию? Какая у тебя будет, говорит, там, бесчувственная жена? Это в фильме есть «Пять вечеров». Но одновременно он говорил, ты понимаешь, говорит, старик, ну вот я ей верен всю жизнь. Как верен, ну как, вот та самая жена, которая там в 39-м провожала его, она с ним и жила до тех пор. Но при этом у него были какие-то романы, и один, и второй, и все, и там целая история. Я сейчас не хочу в это вдаваться, не хочу, просто не могу по этическим соображениям. У него был сын потом от такой актрисы Яблонской там. И он жил в этой семье, кстати. Это тоже редкий случай, когда в той семье у него был сын Володя, вот от жены, да, а потом его сын от другой женщины Яблонской жил в этой же семье. Она умерла, актриса. И его взяли вот в эту семью, где жила вот эта первая его супруга. Вот такая была история, кстати. Ну, опять же, могу рассказать, не знаю, насколько сейчас это уместно, потому что все уже этой истории умерли, да, герои. Максим Васильевич говорит, у него возникла такая связь с некой дамой, потому что за китайского бизнесмена, куда-то еще что-то, потом вернулась к нему. Ему было уже лет 70 или там, под 80, а лет 40. Говорит, у нас вот мы снова встретились, и у нас новая какая-то связь. И какие-то новые круги, и новые отношения. Я, говорит, не знаю, что делать, он мне говорил. Я говорю, Александр Владимирович, ну, как-то, да, что-то, ну, вот так бывает, да. Он мне говорит, ты понимаешь, говорит, нам встречаться негде. Здесь жена там, это. А ему же было 75 лет, девочки, вдумайтесь в это. Значит, какая-то духовная что-то такое связь, да? Он мне говорит... Ты говоришь, нам негде встречаться. Негде. Я говорю, ну а как мы? Ты понимаешь, говорит, мы ходим, говорит, в дальние куртины Петропавловской крепости. В дальние куртины Петропавловской крепости. И здесь, говорит, она мне позволяет все. Я так на нее смотрю, Александр Ильич, все? Он говорит, почти. Вот гениально, почти. Фонд Сороса был. И сколько я не подал заявок, никакой фонд Сорос меня не принимал. И вдруг однажды он сделал такую заявку, вернее, я ее послал, двухтомник Александра Володина. Они говорят, ну мы не можем двухтомник, сделайте фестиваль. Я сделал фестиваль Александра Володина. И там был Володин, вот был такой вечер, вот здесь на этой фотографии Юрский и Дольский Саша, и кто-то еще, Валера Попов. И сам Володин, вот так вот, и Володя Уфрент, любимый, кстати, поэт Бродского, вот Володя Уфрент здесь. И мы делали такой фестиваль, посвященный Александру Володину. Это был Дом актера, год там какой-то, я не помню. Значит, короче, прежде чем надо было издать двухтомник, надо было сделать вот такой фестиваль, как бы они вот так упаковывали. Вот еще раз подчеркнул записки нетрезвого человека, и... Человек пьющий, но гениальный, понимаете, пьющий и гениальный. Вот такая внутренняя, как бы сказать, дилемма, да, или внешняя, не знаю какая. И когда мы делали этот фестиваль, он уже не хотел в этом участвовать. В не очень хорошей форме, в депрессии. Я помню, он сидел в доме актера, вот мы сидели, вот этот фестиваль, назывался фестиваль, посвященный Александру Володину. В доме актера, в Царском селе, еще где-то, Виторган был, Юрский, Станислав Любшин, кстати, великий актер, который сейчас, может быть, забыли, там «Щит и меч», но не важно, другие, много-много-много фильмов у него. И все они участвовали в этом фестивале. Вот Сорос, как бы, мне единственный мой коммерческий проект, где Сорос, значит, откликнулся. И Володин, я помню, гениальная была сцена, сидит Басилашвили. Ну, знаете, Олег Ульянович Басилашвили, тоже наш великий актер, дом актера, примерно седьмой ряд. И там, значит, какая-то перед следующим рядом такое, ну, пространство.
И вот рядом сидит Володин Басилашвили. И Олег Ульянович говорит: Александр Алексеевич, ну что вам подарить? Ну что, ну у вас все есть, и вас любит народ, и женщины, и все эти фильмы, «Осенний марафон», «Пять вечеров», и там «С любимыми не расставайтесь», все. Что вам подарить? Ничего я говорить не могу. И вдруг она стоит маленькую. Маленькая называлась. Так и писали, маленькая бутылка. Басилашвили говорит: Александр Моисеевич, вот дарю вам от души. И дает ему, а Моисеевич стоит рядом. Там запечатано сверху такое было с железкой, с хвостиком. Рвет зубами. Зубами рвет это. Оторвал и выпил всю маленькую под аплодисменты всего дома актера. Фантастика. Это ж поступок. Вот в этом весь Володин. Свобода. А вот хотя, хочу сказать, между нами, опять же, Олег Валерьянович, великий актер, и я с ним, ну, немножечко дружил и общался, и ценю и люблю, и все прочее, 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 отдельная тема. Но Володин не хотел, чтобы Басилашвили играл в фильме «Осенний марафон». А он хотел, чтобы там играл, может быть, Мягков или кто-то Янковский, не помню, кто-то другой. Вот это всегдашняя неудовлетворенность автора, демиурга, создателя вот этой вселенной, которую он создает под названием «Сценарий ты делаешь» или там какую-то работу, или скульптуру, или картину, неважно. Он не хотел, чтобы там играл Басилашвили, а как гениально сыграл. И потом он же его признал. Но долго очень не хотел. Вообще, Володин очень мучился своими работами. Он всегда переживал. Мне говорил: Стык, ты понимаешь, я сделал плохую работу. Там Данелли меня зовет, Настя фильм. Я поехал в Москву, что-то какую-то хреновину написал. Но он, кстати, никогда не матерился. Вот это тоже ценно. Никогда этого не было. Вот. Хотя, я думаю, в армии в советской 30-е годы это все было. Конечно же. И он говорит: ну, вот не то я сделал, ну, мучительно, стыдно, 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 стыдно. У него все время были вот эти состояния стыда, я не знаю, откуда это. Вот, может быть, из того момента, когда его исключали из пионеров, или вот что-то из детства, вот этот стыд все время за то, что он сделал. У него такая есть вещь, стыдно быть несчастливым, с другой стороны, стыдно быть несчастливым. Вот, это, кстати, гениальная мысль, стыдно быть несчастливым в этой жизни. Но одновременно вот он, я помню, переживал, он говорит, какой-то банкет, вышел новый фильм, все довольны, в доме актера, в доме в кино, в Москве, вся труппа празднует, сидят. А я, говорит, думаю, какой ужасный фильм, какой чудовищный. Я, говорит, напился впереди этого процесса, упал лицом в салат, и вот, а мне говорит, ну первый тост драматургу Александру Володину. А он же пьяный, лежит в салате со стыдом. Он говорит, так проснулся, встал из этого салата, говорит, и говорит, все забудется, все уйдет в прошлое, это стыдно. И опять лицом в салат. Все думают, ну напился, все. А ему действительно было стыдно от того, что он сделал. И, ну вот так жил человек, все время метался. Дело в том, что годы шли, он писал: простите, простите, простите меня, и я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудьте, забудьте, забудьте меня. И я вас забуду. Я зла там не держу, я вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас обожаю, я вас уважаю. Но я на другой проживаю. Привет. Вот эти какие-то мучительные комплексы, которые внутри него жили, 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 жили. Я издал его книжку «Попытки покаяния». Я издал вообще его 7 книг. И когда была такая книжка «Попытка покаяния», вот после этой... И поскольку он был, ну, человек уже пожилой и в годах, он потерял память. Так бывает. Он потерял память, там был в какой-то больнице. Мы, кстати, в больнице к Володину, вот сейчас вспомнил, это очень тоже, мне кажется, важная вещь, был такой Саша Хачинский. Помните Сашу Хачинского? Бомбараж. Кто играл главную роль?
Золотухин, Хачинский. Журавель по небу летит, корабель по морю летет, а кто меня куда влекет по белу свету? А где засада для меня? А где награда для меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавель по небу летит. Это пел Саша Хачинский, его называла Вероника Долина, наш советский Бельмондо. И вот мы с Сашей Хачинским когда-то, я помню, мы ходили в больницу, где лежал Володин, и делали концерт для него вот в этой палате, где, значит, там, ну, пришли какие-то, естественно, там, ну, медицинские люди и все прочее, это больница Ленина была. Вот Саша Хачинский приходил, допел, и Саша Дольский. Так вот, я сделал книжку «Попытка», вот после этой, следующая, там была, по-моему, «Попытка покаяния». Когда мы начали с Иваном Моисеевичем, он давал свои записки, он всегда сомневался, там было разных всяких, много всяких историй, все-все-все. Но, когда он мне это отдал рукопись, ну, так бывает, он потерял память. Он был уже в больнице, и он был... вне, как бы сказать, и мне пришлось самому, извините, так я говорю сейчас, может быть, это впервые, ну, что-то переписать, что-то редактировать, неважно. Вот я ему сделал книгу, что там надо было редактировать. Это неизбежно всегда. Но злой гений ведь всегда есть у человека. Кто злой гений для человека, Вера? Он сам. Нет, женщина. Почему же женщина? Не знаю почему, но так получалось. Я имею в виду конкретно Марина Дмитриевская. Она ему говорит... Смотрите, зачем вы издали эту книжку «Попытка покаяния»? Ее все читают, любят. Она говорит, а зачем вы издали ее? Там столько, говорит, ерунды и всякой, все. А Володин был человек, который очень был подвержен мнениям женщин, очень был, так сказать, подвержен их влиянию, их какому-то, их ауре, их, не знаю, их каких-то вот таких веяний, да, стремлений туда. И он всегда держался. Он мне говорит, слушай, что-то мы не то с тобой сделали, звонил мне. Мы не то с тобой, попытка покаяния, это книга. Вот Дмитриевская говорит, что плохая книга. Я говорю, ну что ж плохая, ну это вы же написали, и мне кажется, все честно, искренне. Ну там немножко подредактировал это было, но я просто улучшал, я же не там чуть-чуть вмешался. Вот Дмитриевская, а он очень как-то с ней, значит, вот с этой Дмитриевской и вообще с женщинами, так сказать. Они имели на него колоссальное влияние, колоссальное. И он мне говорит, ну вот плохая книжка, как бы ее там запретить или чего-то. Представляете? А издали все это. Через год звонит и говорит, ты знаешь, говорит, я перечитал, это, говорит, лучшая моя книга. Понимаешь, Оля? Лучшая моя книга, он говорит. Да, кстати, еще первую книгу стихов, тоже хочу для истории оставить, потому что Дмитриевская скажет. Дмитриевская говорила так, что я там залезал по водосточной трубе, влезал в квартиру Володина ночью, пока он спит, перерывал его рукописи, их брал себе и потом издавал. Ну, до такого абсурда можно дойти, понимаете? Но вот стихи Володина. Первая книга, которую мы издали, его стихов, 96-й год, по-моему. И в БДТ была премьера. Приехал Виторган. Приехала Алла Балтер, замечательная актриса, гениальная, красавица. Кстати, питерские все люди, они же здесь в Питере были, учились в нашей Академии МХАВОЙ, кстати говоря. И вот такие стихи. Все уехали в гости, дружно сидят в гостях. Там произносят тосты, там подлецов костят. Ко мне проникают запахи бокалов, глухие звоны. Сижу одинокий, запертый, у черного телефона небритый сижу, опущенный. Кручу номера без проку. Пушкин уехал, Пушкин. Брюсов уехал к Блоку. Петрарка ушел к Лауре, Брежнев ушел к Маленкову. Там пляшут, поют и курят, там выпьют, нальют по новой. Безмолвный восток и запад, кричи, проклинай, там что-то кричи. Я сам себя в доме запер и сам проглотил ключи. Вы гениально, лучше не скажешь.
И вот поэт Володина, кстати, много же 20 века поэтов было, там Евтушенко, все хорошие поэты, ничего не скажу, Ахмадулина. Хотя Балахатина с ней был немножко знаком, и общался, и приятельство было прекрасное, и свежа. Но вот мне кажется, Володин это вот поэт, как сказать, естественный, бесхитростный и от Бога уж, извините.